Еще я забыла указать вам такое сезонное приложение к этому каталогу. Тут, кстати, много чего интересного, опять же. Ой, я сова какая. То есть не сова, а вот сова. Я обожаю сов. Овечка интересная. Вот это мне очень показалось интересным, коллекция. Вот так это все выглядит на модели. И цена приемлемая. Теперь знаки зодиака всем известные. Здесь наборчики такие. Палеточки для глаз. Очень интересная. Здесь, о, какая прелесть. Ручечка. Конечно, это же не ручка и блокнот. Футляр для помад. Тоже очень классно. Особенно вот это. Есть все размеры. Худи, так называемые. Давайте поближе рассмотрим. Я думаю, что оно будет приятное к телу, неплохо было бы и заказать. Грелочка в мешке. Это так мило. Вот. Теперь это свечи. Моя любовь, свечи. Набор свечей в подарочной упаковке. Здесь сережечки маленькие. Ну, в общем, все, что вам нравится. Здесь все размеры есть. Можете посмотреть леггинсы с юбкой потом. Таким образом, вот им. Интересная новинка. Бюстгальтер для активного отдыха. Для детей все, что может понравиться детям. Обожаю. Всякие тарелочки, наборщики. Ну, просто я в восторге. Это хороший подарок. Для вашего мужчины олень симпатичный. И тапочки. Термокружка. Я такой мечтала. И мне так... Ну что же, это будет хороший подарок для вашего мужчины. А я еще раз хочу попрощаться. И пожелать вам счастливой встречи Нового года. Ура!